пользователи и подписчики. На этом видео покажем вам все этапы отделки вот этой полочки морилкой и лаком. Морилку будем наносить в два этапа, то есть первый слой и второй. Вот на этой лавочке уже нанесены два слоя морилки. И дальше нужно будет ее лачить. Как видно, цвет приятный, сосна, вот в такой же цвет будем морить и эту полочку. 23 апреля, приступаем к отделочным работам. Начинаем морить с нижней стороны. Морилку наносим вдоль волокон. Если образуются подтеки, то их можно сразу размазывать, даже нужно. Чем хороша эта морилка, как я говорил уже ранее, что она сохнет сутки, поэтому с ней работать легко. Ее можно много раз размазывать в течение нанесения, в отличие от нитроморилок. Поэтому работать с ней легко и справится фактически любой человек, даже мало подготовленный. Если где-то сразу нанесли жирное пятно, то лучше его сразу размазать, чтобы впитывание шло равномерно. Иначе потом будет где густо, а где пусто. Поэтому вот так вот ее легкими движениями размазываем. Много морилки на кисть не берем. Вот я кисточкой дотронулся и быстро-быстро размазываю. Возвращаемся обратно, видим вот два подтека, мы их опять спокойно размазываем. Ничего страшного в этом нет. Сейчас мы часть распорной ножки морилкой обработаем, а потом там будем держаться рукой. Широкой кистью работать удобнее, конечно, поэтому нанесение идет довольно быстро. Для морилки кисть лучше покупать мягкую, с мягкой щетиной. А вот для нанесения лака желательно приобрести кисть с жесткой щетиной, тогда лак разгоняется побыстрее. У этой полочки, конечно, еще не хватает металлических ушек, на которые будем вешать на стенку. Но это небольшая проблема. Можно сделать самодельно, можно купить в магазине, кому как хочется. Перед нанесением второго слоя морилки обязательно пройдемся мелкой наждачной шкуркой и сотрем поднявшийся ворс. Потому как вот эта морилка, когда высохнет, первый слой, древесный ворс обязательно поднимется. Поверхность будет шероховатая. Ну, вот. С изнанки я уже обработал. Полку можно положить в такое положение, она не прилипнет сильно, ее можно будет легко приподнять. Покрытие нанесено, сохнуть оно будет одни сутки. Высох, сегодня 6 мая. Продолжаем подготавливать поверхность для нанесения второго слоя морилки. Для этого нужно мелким наждаком сбить вставший ворс. Такими свободными движениями проходим по всей поверхности. Пробуем рукой. Если поверхность гладкая, значит этого достаточно. Переворачиваем. То же самое. Работаем вдоль волокон. Так, осталось пройти фигурное изделие. Аккуратно прошлифовываем вдоль волокон.
После прошлифовки рукой убираем пыль. Лучше это делать рукой, а не тряпкой, потому что могут оставаться ворсинки, волоски. А рукой все получается хорошо. Ну вот, поверхность подготовлена. Сейчас будем наносить второй слой той же самой морилки. Начинаем с изнанки. Как наносить морилку, на предыдущих видео я много раз показывал и рассказывал. Повторяться, я думаю, смысла нет. Можно просто понаблюдать. Много морилки на кисточку брать не стоит, чтобы не было подтеков. Вот мы заканчиваем морение вторым слоем. Снизу я уже ее промазал. Когда высохнет, будем наносить 2 или 3 слоя лака, тоже с промежуточной шлифовкой. Сегодня у нас 8 мая на дворе. Второй слой морилки высох. Приступаем к нанесению лака. Как я говорил ранее, нужно нанести 2-3 слоя лака с промежуточной шлифовкой. Начинаем лачить с изнанки. Поворачиваем на отблеск, чтобы нам было видно, как наносится слой. Чтобы не было так, что где-то жирно, а где пусто. Хорошо разравниваем. Окончательное движение делаем кистью вдоль волокон древесины. По краям вот плохо ложится лак, поэтому я в разных направлениях его наношу. А потом окончательно вдоль разравниваем. Переходим на торцевую поверхность. Если где-то есть подтек, сразу надо разравнивать. Перехватываемся. Периодически поворачиваем полочку, смотрим, где образовались подтеки. Если они есть, то кистью разравниваем. Переходим на вторую полку. Тут иной раз приходится лачить не только древесину, но и пальцы. Главное, потом нужно положить, перехватиться и пролачить там, где мы не могли пролачить из-за того, что там руки не давали. Так, первый слой лака нанесен, потеков нет, все замечательно. Итак, прошли сутки, слой лака высох. Предварительно мы прошли шкурочкой, там, где были небольшие недочеты, пузырьки, ворс, мелкой шкуркой мы зачистили. Следующее условие. Как я и говорил, начинать лучше с изнаночной стороны. Смотрим на отблеск. Наносим лак. Еще раз напоминаю, что окончательное движение кистью с лаком вдоль волокон. Там, где плохо, лак лег, можно в разных направлениях пройтись, но окончательно вдоль волокон. И много лака на кисть брать не нужно, чтобы не было потеков и так называемой апельсиновой кожи.
Потому что если лака будет слишком много, он съежится. Называется это шагрень, в простонародье апельсиновая кожа. Работаем по лицевой стороне. Потом по плоскости обязательно. С изнанки тоже для контроля. Ну вот мы заканчиваем нанесение лака. На этой полочке два слоя морилки цвет сосна и два слоя лака пентафталевого ПФ. Проверяем на потеки, смотрим на отблеск. Там, где много лака, проводим кистью. Все хорошо. Потеков не видно. Контрольный проход кистью. Ну вот на этом мы заканчиваем. Спасибо всем. До свидания.